Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем внедорожник Bullatt. В набор входит наждачка, клей, 169 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. На этом этапе максимально ровно совмещаем крестообразные отверстия. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Протектор шин должен быть в шахматном виде. Остальные колеса собираем по аналогии. Остальные вставляем точно так же.
собираем по аналогии. С другой стороны делаем точно так же. Обращаем внимание на расположение деталей. С другой стороны делаем то же самое. Детали совмещаем так, чтобы зубчатые серединки смотрели друг на друга. Готово! У собранной модели вращаются колеса, поворачиваются передние колеса, открываются двери, багажник, крышка капота и отсек крыши.
Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!